приветствую. Видеоблогер Екатерина Снетко. У меня есть фильм о том, как я обрезаю розы. И я вот вам хочу показать пример. Если бы у меня была неправильная обрезка роз, мои бы розы страдали. А так, посмотрите. Посмотрите, какая это прелесть. Какой цветочный рай. Посмотрите и на вот эти розы, розы Аваланж. Они у меня сейчас болеют, черная пятнистость. У меня про это есть фильм. Но если бы я неправильно их обрезала, были бы они такими красивыми. Так что у каждого свой опыт. Очень важно, чтобы не было загущенности, убирать центральные части куста, которые мешают всему кусту развиваться. Видеоблогер Екатерина Снетко, Молдова, Крикова.